Всем привет! Хочу в этом видео показать и рассказать о своей доработке по сцеплению. Многие владельцы угры знают, что у угры очень тугое сцепление с завода. Когда еще по прямой, в принципе, оно особо как бы не мешает, эта упругость. Но когда пашешь, окучиваешь, фрезеруешь, и когда нужно много нажимать на рычаг, рука устает. Вроде сам человек я не слабый, но рука начинает крепко уставать. При изготовлении этого мотоблока на заводе инженеры допустили три ошибки. Это сделали очень короткий рычаг, потом сделали упор тросика не по ходу движения. Упор тросика, по идее, должен находиться вот здесь. То есть, когда выжимаем сцепление, вот в этом месте происходит перегиб. И часто тросики вот здесь рвутся, ломаются. Вот. И третье. Конструктивная ошибка, я считаю, может даже такая, не знаю, серьезная. Здесь, по идее, вот это крепление, оно должно вращаться. То есть тросик не должен быть прикреплен к рычагу жестко. Он должен быть в этом месте свободно перемещаться. Чтобы облегчить усилия на рычаг, я заранее изготовил вот такой удлинитель. Он будет устанавливаться вот таким образом. В верхней части я сделал втулочку, чтобы тросик вращался здесь свободно. И вот эту бабушечку мы сделаем по ходу движения, где-то примерно здесь. Просверлим отверстие, нарежем резьбу, как-то так. Решил показать, сколько усилия составляет на рычаг. Есть вот такой безмайчик маленький. И попробуем его. Я заранее мерил, где-то примерно около 10 килограмм, 10-11 килограмм. Сейчас получится, не получится. Даже больше показал. Полного выжима. Даже больше 10. Ну все. Удлинитель установил. Резьбу сделал, установил крепление чуть выше и по ходу движения. И здесь вот я как говорил, там втулочка. Теперь здесь тросик вращается. То есть ничего тросику не должно мешать при передвижении. Выжим стал очень легкий, одним пальцем. Как-то так. Ну и замер значения после переделки. Где-то получается от 5 до 7 килограмм. Это, конечно, значение примерно, но можно показать, как было и как стало. Ладно, всем пока.